побывала на маршруте туристическом Демидовский маршрут. Это федеральная программа по развитию туризма в Свердловской области, рассчитанная на 3 дня, где рассказывается все о Демидовых и их вкладе в историю России и в историю Урала. Все видео у меня на моем YouTube-канале, а сейчас я хочу рассказать о том, что мне там подарили на этом экскурсионном туре, что я сделала своими руками на мастер-классы и что я купила в качестве сувениров. Начну с подарков. Вот первым подарком была книга Александра Пушкина «Евгений Онегин», потому что первую ночь мы ночевали в 4-звездочном отеле «Онегин», и всем постояльцам дарится книга «Евгений Онегин». Также была подарена, это было 8 марта, мне подарили цветы, но их пришлось в гостиничном номере оставить, потому что путешествовать с цветами невозможно. Следующим подарком был подарок от экскурсовода Ксении, замечательный экскурсовод. Она мне подарила уральский рубль, вот в такой вот обложечке, за то, что я там правильно ответила на вопросы. Следующим подарком были материалы по Демидовскому маршруту. Это вот все про конкретно, вот красивая такая книжечка, конкретно расписано по минутам весь Демидовский маршрут. И вот еще такая книжечка, как Урал Россию поднимал, про Демидовых и тоже про Демидовский маршрут. Следующим подарком был подарок от гончаров деревни Верхняя Таволга. Вот такой фирменный башмак зеленого цвета. И открыточка в нее была вложена. Вот такая вот открыточка от таволжской керамики. Вот видите, этот башмак зеленого цвета. Это их фирменная глазурь. Она делается мелко-мелко, трется камень малахит со стеклом. Это все превращается в пасту, потом это все, вот эта смесь обмазывается на один раз обожженные гончарные предметы, они становятся белыми, и второй раз засовывают в печь, и вот становится вот такая зеленая пестренькая окраска. Нам это подарили. Следующий подарок был от уже в Нижнем Тагиле, от Центра народного промысла росписи металлических подносов. Вот они подарили вот такой нижнетагильский пряник. Также был подарок от компании Евраз, это металлургический завод в Нижнем Тагиле. Они подарили вот такую красивую памятку. Все про завод. Следующим подарком был подарок от Уралтура. Вот такая вот красивая наклейка с календарем. Уралтур – это вот организатор Демидовского маршрута. И также Уралтур подарил набор открыток. Все про Демидовский маршрут. То есть все объекты, на которых мы были. Вот Екатеринбург, плотинка. Невьянская башня, памятник Петру и Демидову, музей Невьянской иконы, керамика Верхней Таволги, металлургический завод Евраз. Так, вот где мы были. Это что у нас? Город Нижний Тагил. Это Лисья гора, церковь на Лисьей горе. Это краеведческий музей Нижнего Тагила. И это музей Худояровых, основоположников промысла росписи металлических подносов. И вот последняя открытка, это тоже металлургический комбинат Евраз. На металлургическом комбинате Евраз мне подарили 2
две вот такие пробы чугуна. То есть каждая плавка чугуна, ее обязательно проверяют в лаборатории. Вот делают вот такой вот кружочек, на всяких приборах проверяют, и качество пишут в виде цифр. То есть вот здесь вот какие-то циферки написаны, ну, видимо, он хороший чугун, раз мне его подарили. Вот теперь буду его тоже хранить.